В Подмосковье очевидцы рискнули собственными жизнями ради спасения машины во время сильного пожара на садовом участке. Загорелся деревянный дом. Пламя очень быстро перекинулось на соседние постройки и припаркованные рядом автомобили. Легковушку уже поглотило пламя, а вот белый внедорожник еще была возможность спасти. На помощь жильцам сбежались соседи. Используя автотрос, они откатили иномарку на безопасное расстояние. В результате она оказалась единственным имуществом, которое уцелело при пожаре. Дом и другая машина меньше чем за час выгорели полностью. Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность бытовых электроприборов.